всем, ребята! Кентуха на проводе! Прямо сегодня мы зайдем на топ-3 аккаунта ютуберов. Первый аккаунт начинающего ютубера, второй аккаунт с среднего ютубера и третий аккаунт самого долбанного популярного ютубера по стендов 2. Потом, братик, давай, прожимай лайк, подписывайся, а мы стартуем! Ну а как тебе эти стычки, братик? А, ты видишь, что он пошел? У меня пошел. Короче, чтобы получить бесплатно, тебе надо первое поставить лайк и подписаться на мой канал. Во-вторых, напиши любой хороший комментарий, плюс твой ID. И третье, самое-самое главное, посмотри все видео от начала до конца без примоток. Буду проверять, потом даже не пробуем ухлевать. Ну что же, а мы идем дальше. Ну что же, леди и джентльмены, мы прямо сейчас находимся на первом аккаунте. Это аккаунт Хейгли, это начинающий ютубер, у него очень мало подписчиков. Насколько мало, вы даже не представляете. У него, кажись, там 46 тысяч подписчиков, потом, братик, мы с тобой. Удачи эти продвижения на ютубе. Ну что же, ребята, давайте прямо сейчас посмотрим, что у него по профилю. Потому что я знаю, что Хейгли это жесткая киберкотлета. Лучший рангмастер. А по четвертому сезону что там? Элита! А в третьем сезоне? Легенда! И во втором сезоне тоже легенда. То есть что это означает? Что он еще не зажрался. Это обычный начинающий ютубер, у которого еще все впереди. И поэтому у него очень много времени, чтобы играть в стендов. И поэтому, конечно же, как мы видим, у него довольно-таки крутые ранги. Потому что он постоянно задротит стендов. У него легенда, легенда, элита, блин. Дядь, ты сумасшедший. 6662 часа в онлайне. Ого, так можно было, ничего себе ты жесткий. А давайте-ка мы прямо сейчас посмотрим, что же пишут начинающим ютуберам личные сообщения. У него очень мало непрочитанных сообщений, всего лишь 8 штук. Давайте считать, что тут пишут. Хейгли, брат, добавь мне вклад на 150 голдишки. Просто представьте, какие расценки у начинающих ютуберов. Я за 150 голды? Максимум, что сделаю, это я привет передам. Потому что у меня инвайт в клан стоит 3000 голдишки. Обалдеть. Сколько лет у тебя уже эта аватарка? Я закуп на 100 голды сделал, у него даже никто голды не просит, понимаете? Потому что это начинающий ютубер. Он бедный, он нищий. Поэтому у него никто ничего не просит. Ну что, ребят, давайте посмотрим, что у него по клану. Клан у него каких-то... каких-то ноунеймов. Так, ну ладно, все. Ну ладно, не ноунеймы, это просто, ну, так сказать, я просто не знаю этот клан. Может быть, какой-то киберспортивный клан? Брат, просто не знаю. Ну что же, а прямо сейчас мы приходим в его инвентарь. Погнали. Оу, май, та ты шо? Та ты шо, братанчик, вот этот инвентарь. Так, ребят, слушайте, я-то думал, что начинающий ютубер инвентарь будет победнее, а у него-то инвентарь, мама, не горюй. Сколько у него пар перчаток? 6 пар перчаток, блин. Походу, даже больше, чем у меня. А сколько у него ножей? 10 пар ножей. Чего? И это начинающие ютуберы? Да я помню, когда я был начинающим ютубером, у меня был инвентарь на 100 голды. И я не шучу. Обалдеть, не встать. Так, смотрим дальше. М9БН Dragon Quest даже есть. Ну вы представьте, нет. Это вообще нормально, дядь? Это ты начинающий ютубер. А в М-ке на статрек. М40 Монстр, который на секундочку стоит 16к голдишки. Ого. Что понимали, у меня появился М40 Монстр буквально полгода назад. А у типа 50к подписчиков и уже сколько у него скинул. Так, смотрим дальше. М16 Муриана. Марена, ну вы поняли. Стоит 1300 голдишки, плюс наклеечки, ну, суммарно где-то в районе 2к. А Керник Романсер, статрек, 4 крутых наклейки. Ну, примерно стоит, наверное, 1005 голды такой скинчик. Так, смотрим дальше. Ну, а дальше, ребят, у нас идет еще тег Дневник Романсер, и другие скины закончились. А, нет, стоп, стоп, стоп! А как же USP Genesis? Как же я мог забыть-то про этот замечательный, великолепный скинчик? И у нас еще есть USP Genesis. Desert Eagle Red Dragon с 4 самураями. Ты че? Ненормальный! Сидите, сосну въехал. Это как идея вообще это пришла в голову. Так, ну а дальше, ребят, у нас пошли комоночки. Я вижу один шилд, много графики аркан, но, к сожалению, на этом все. И плюс еще 8 косарей голдишки у него на балансе. Ребята, а прямо сейчас вы знаете, сколько же стоит его аккаунт. Прямо сейчас, братанчик, нажимай на паузу и напиши в комментариях, как ты думаешь, сколько он стоит. Так, барабанный дроп, монтажер, поставь музыку, ну-ну-ну-ну-ну. И правильная цена этого аккаунта 170 тысяч голдишки! Не, ну в принципе тоже неплохо, но у следующего нашего ютубера будет гораздо дороже, вы просто почины обалдеете. Ну что же, а мы идем дальше, к среднему ютуберу. Ну а следующий наш аккаунт ютубера, который 1 800 000 подписчиков, это Ерокс!
это да, братик, тебе не послышалось. Ну что же, давайте смотреть. Первое, что вижу, у парня купленный голдпассик. Да и не просто купленный, а целых 180 уровней. То есть мы понимаем, что ты уже серьезный ютубер, у которого куча денег. Яроксик, брат. Ты чё себе позволяешь? Блин, ребята, мне очень интересно посмотреть, какой же у него инвентарь. Но перед этим, давайте посмотрим, что у него по клану. Клан называется Ярокс. Блин, как же это было непредсказуемо. Братанчик, между нами. А ты хотел бы себе такой инвентарь? А, как тебе инвентарь? Ну, как по мне, хэштег непогано. Как же его получить? Рассказываю. Есть такой сайт, называется Булдропчик. На нем вышло недавно обновление. Там сколько халявы, ты даже не представляешь. Первое, это булпасик. Второе, это скрижали. Что такое скрижали? Ты открываешь шкастики, получаешь скрижали. И эти скрижали тоже меняешь на халявный крутой дроп. Братик, ну это не все. Я хотел бы тебе дать подгонщик. Просто так на халяву ты залетаешь на сайтище и получаешь шкастик на халяву. Брат, вот прям сейчас на экранчике ты увидишь. Просто вводишь. Добро пожаловать в семью. Это все бесплатно. Все нужные ссылки снизу, а мы идем дальше. Так, давайте посмотрим личное сообщение. О, это то, что я люблю. Так, смотрим. Привет, я твой фанат. Я по всему ютубу распущу про тебя слухи. Про твое отношение к подписчикам. Я твой хейтер. Обалдеть, ребята. Я просто в шоке. Все у него просят только одно. Это галдишку. Давайте посмотрим, что у него по рангу. Мастер! Ничего себе. Элита! Мастер! Дед, ты вообще какая-то машина. А что по союзникам? Так, в 5-м сезоне чемпион. В 4-м сезоне чемпион. В 3-м сезоне... зоне рейнджер, то есть мы видим, то блин, чел хрф лутить падаль. Так, ребят, что у нас по общему лайну? Смотрим. 5200 часов. Да этот парень, походу, целыми сутками сидит в стендофе. Дед, ну ты реально жесткий. Ну что, ребята, а прямо сейчас мы переходим в его инвентарь. 3, 2, 1, погнали! Ой, вы гоните? Это все его перчатки? Обалдеть! 5, 10, 15, 20 пар перчаток. 25, 30, 32 пары перчаток. Чел, да ты просто сумасшедший! 2000 предметов, ребята, вот она богатая жизнь, да-да-да. Так, смотрим тиреножи, 32 пары перчаток и тиреножи, 3, 8, 12, 7, блин, и ребята, мне просто нету слова, посмотрите, насколько же у него дорогой инвентарь. Тычки Хармони, их только заметил, обалдеть, тычки Хармони, 26 тысяч голды, вот это я понимаю, ребятка, вот это инвентарь, просто прожмите лайк, если бы вы хотели, чтобы у вас был такой же инвентарь. Так, что у нас дальше? М110, Аркана, 100 трек за 15к, ого, вот это у нее инвентарь, я просто в шоке. АКРТХ 100 трек, 4 наклейками, арканами. Вау, просто я в шоке, ребята, у него максимально дорогой инвентарь, у него тут везде идут одни арканы. Аркана. G22 Frozen, а сколько он стоит сейчас? 40к голды, USP Geometric 100 трек, а сколько он стоит? 11к, нормально. Дезерил Якудзе 100 трек, вау. АВМТХ! Обалдеть, у него очень, еще раз, очень дорогой инвентарь. Вы просто посмотрите, как много у него паладинов. Каждый из этих паладинов стоит по 800 голдишки. Как много у него новых берется. Вау, Яроксик, братик. Расскажи мне, пожалуйста, что надел, чтобы у меня был такой же инвентарь? У него целых две штуки G22 Фроузена. Он ненормальный. Отвечаю, он просто сумасшедший. Дальше смотрим, АКР-12. Какой-то непонятный статрек за 500 голды. У него тоже его штук 10. Обалдеть, вот это у него инвентарь. Ребятки, я просто в шоке. Прожмите лайк, если хотели бы себе такой же инвентарь. Очень другой инвентарь, очень много крутых скинов. Я даже не ждал. Куча наклеек, аркан. Дед, да ты что там, банк ограбил или что? Обалдеть, у тебя инвентарь. Я просто в шоке. Ребята, прожмите лайк за это, потому что инвентарь реально максимально годный. Так, а представьте, что будет дальше. Дальше будет просто полный разнос. Так, ну что, почему смотрим. Дальше пошли эпики. Так, слушайте, а у него USP Genesis? Не, дядь, ты вообще ненормальный. Остановись. Просто остановись. Вы понимаете, что в инвентаре, ну, прям очень дорогой. Я вам чуть позже скажу, сколько он стоит. Так, дальше у нас пошли рарочки. Рарочки самые дефолтные. Тут ничего интересненького я не вижу. А, ну, возможно, я тут увижу G22 релики или FIFA Laser. Да, вот он. Вау, скин за 20к. Ероксик, дядь, ну ты хорош. Ты хорош. Реально, инвентарь очень крутой. У него есть абсолютно все скины с MS коллекции. Ну, кроме Керамбита Голд и G22 релика я еще не видел. Даже есть толпы рарки с арканой наклейкой. Слушайте, есть ли у него G22 релик или нет? У него нету G22 релика. Ох, Ерокс, братик. Зато у него куча анкамонок с дорогими наклейками с Хэллоуин коллекции. Не, он вообще сумасшедший, я отвечаю. У него вообще какая-то беда с башкой, братан. Ты реально ненормальный. Телетит, ты чё творишь?
говоришь? Вау, ребят. О-о-о. Пошли чармики. Я снял, кстати, чармики. А, по 400 голдишки. Ну, такое дешевочка. Мне интереснее всего, есть ли у него дорогие арканы наклейки. Как вы думаете? Конечно же, есть. Блин, так хочется просто взять и приклеить. Ну, например, сюда. Но и Рокс меня прибьет, поэтому я, конечно же, это делать не буду. На, ребята, вообще имба. Слушайте, откуда у него так много шилдов, братан? Ты нам ничего рассказать-то не хочешь? Откуда у тебя так много допытых шилдов? Это бан, не, ребят. Так, листаем дальше. Сейчас у нас, по идее, должны пойти граффити-паки. Я прав или нет? Так, рарки, вонючие рарки. Опа-па, пошли. Аркана граффити-паки, нормально, найсик. И что же мы видим? На этом его инвентарь подошел к концу. Давайте посмотрим его запросы на продаж. Он продает АКР-некромансера за 1 000 000 голды. Братан, зачем ты это делаешь? Также продает стикер Бикул тоже за сколько? За 10 000. Дядь, ты чем в сосну въехал? Вы посмотрите, как много у него предметов на продаже. А зачем он их все выставляет за 1 000 000 голды? Реально, я вообще без понятия. Ребят, кто знает? Я такой вижу не впервые. А зачем он выставляет все эти скины за 1 000 000 голды? Как вы думаете? Напишите, пожалуйста, прямо сейчас в комментариях, зачем он так много скинов просто взял и выставил на продажу за 1 000 000 голды? Вы понимаете, чтобы все эти скины выставить на продажу, это надо было потратить не один день времени. Он даже наклейки арканы поставил за 1 000 000 голды. Зерокс, брат! Ты вообще какой-то сумасшедший! Ты что творишь? Вот это у него инвентарь. Я просто в шоках. Ребята, как вы думаете, сколько стоит его инвентарь? Напишите прямо сейчас в комментариях, а я вам скажу правильную цену. С вас, ребята, лайк, подписочка. Прямо сейчас я говорю правильную цену и правильная цена этого аккаунта. Внимание, внимание, внимание! Правильная цена аккаунта Зерокса это 840 тысяч. Да-да-да, вот так вот, я сам в шоках. Ну что же, ребятки, а мы идем дальше. Ну что же, ребята, это наш основной аккаунт самого популярного ютубера, а именно ТикТока, а.к.а. Вонючий Бенч. Я думаю, все его прекрасно знаете. Yes. Ну что же, давайте посмотрим, что же у нас по статистике. О, Джеран Феникс, ой, фу, ну болимый. А что у нас в 4-м сезоне? Он даже калибровку не прошел, а в 3-м Рейнджер, а во 2-м Элита, а в 1-м вообще легенда. То есть, как мы видим, ранги ТикТока шли по наклону. Раньше был киберспортсменом, потом... Зажрался и стал голимым нубом. А что у нас по союзникам? Гол 4, фу, позор. А что у нас в 4-м сезоне? Ничего. В 3-м Феникс и все. У ТикТока 3700 часов. Ничего себе, сказал я себе. Дорогулечка ты моя, слушай, ну хэштег непоганенько. Давайте посмотрим, что же этому гнилому грибу пишут личные сообщения. Кстати, да, посмотрите, что у него за ID блатной, а? Брат, где ID взял, а? Может ты контракт с YouTube, с разработчиком подписал, а? А? Вы посмотрите, ТикТока просто по КД приглашает в лобби. Я просто в шоке, вы посмотрите, вот буквально. Так, опа, Абомин приглашает в лобби. Давайте приму и давайте напишу. Куботы. Просто представьте, как же типы будут в шоке. Ну, короче, ребят, как мы понимаем, это самый популярный аккаунт ТикТока. Просто каждую долгую секунду кто-то приглашает в лобби. Это нечто нереальное. Но мы все вместе с вами здесь собрались только ради одного. Это его инвентарь! Я нажимаю кнопочки инвентаря, у меня все зависает, и я вижу нечто нереальное. 181 тысяча голды, 2 гифтбокса. Обалдеть, как же много пар перчаток. Вы что творите? Не, вы вообще неадекватны, вы просто не в адеквате. Так, ребята, листаем дальше. Обалдеть, ТикТок, ты сумасшедший. У него же 200 000 просто палики. Ё-моё. Тут так много ножей, что мне даже лень их считать. Тычки Хармони. Только не говорите, что у него еще есть керамбит голд. Вот это я просто выпаду. Не, кергол у него нету, правильно? Кергол! Чего? М9 байонет! Блин, да сколько у него ножей! Он вообще какой-то неадекватный! 55, 60, 70, 80, 100, 100... Блин! Короче, братан, кто посчитает, сколько у него ножичек, лично от меня получает 100 голдишечки. Поэтому, братик, прям сейчас посчитай и напиши в комментариях. Так, ну чё, ребят, идем дальше. То есть мы поняли, что у него инвентарь реально очень крутой. Смотрим дальше. М40 Monster Star Trek! Чел, ты понимаешь, сколько стоит этот скин? 70 000 голдишки! Обалдеть! АКР Treasure Hunter Star Trek.
трек. Сколько стоит, а ну-ка? 34 тысячи голдишки! Я в шоке, мужики. Это просто какой-то полный бред, это абсурд. Мир перевернулся. Ладно, окей, смотрим дальше, смотрим дальше, смотрим дальше. Тезер и Гладикудзе. Не, Тик-Так, расскажи, как ты заработал, а? Расскажи, я же знаю, что Тик-Так такая падаль, он не донатит. Он не донатит эти дорогие скины! Ну откуда у него там 130 ножей, тычки Хармони, Киргол, М-Строк Монстр, Статрек? Блин, можно я его облежу? ТХ, 4 наклеечки, Бэт, да-да-да-да-да. Блин, ребята, может его заскавим? Как думаете, напишите в комментариях, пожалуйста. Так, ребята, идемте дальше. Сколько у него КРТХ, вау, сколько у него по 90? Вот это у него жесткий инвентарь. Чувак, ты просто ненормальный. Откуда у тебя так много Ориджин коллекций? Не, ребята, ему лечиться надо, он вообще какой-то, ну, ненормальный. Дядь, я тебя просто отправлю в какую-то больницу. Вау, ребята, просто посмотрите, это у него наклеечки на дом. МПСТМ оффроуд. Просто дома МПСТМ оффроуд на коллеге с 15к. Просто завалялся скин в инвентаре. Не, Тик-Так, ты просто какой-то нереальный пенч. Ты перхи тупо. Давайте еще сейчас, и если я еще у него увижу USP Genesis, я, ребята, я отвечаю. Я за себя не ручаюсь. Я его немножко, говорится, раздену. Короче, я этот USP Genesis солью себе. Ну, вы поняли. Так, дешевка, дешевка, дешевка. Наша цель долистать до рарок. Вы посмотрите, как много эпиков. Тик-Так, зачем тебе так много эпиков? О, пошли рарочки. Так, ребят, может тут что-то интересное видим. Как думаете? Так, дешевка, дешевка. Не, короче, я не могу. Просто я устал смотреть на его инвентарь. Я уже полчаса листаю его инвентарь. Он не заканчивается. Короче, мужики, ну вроде бы как, USP Genesis-то нету. Windfall Laser есть у него или нет? Вроде тоже нет. Блин, я не пойму, у него так много рарок, что просто, чтобы их все пролистать, надо потратить, не знаю, часов 10. Обалдеть. Не, дядь, ну ты чё-то того. Ты чё-то вообще какой-то ненормальный, я тебе отвечаю. Так, окей, давайте посмотрим, что же у этого вонючего пинча, грибанюха и так далее по наклеечкам. Мы поняли, ого, а зачем ему так много анкомонок? Дядь, анкомонок тебе зачем так много? Хана, он сумасшедший. Так, листаем, листаем, листаем. Пошли чармы. Чармы, ну, тут просто чармы, какие ему кто-то подарил, те чармы и были. То есть никаких супер крутых чармов нету. А Хэллоуин коллекция есть? Ну, вижу, вижу, да, Феникс Блейзен, да, крутая наклеечка. А где арканы, братанчик? Арканта нема? Арканта нема? Леди и джентльменс, арканта нема. Ай-яй-яй-яй-яй, Тик-Так, ну ты и пенч вонючий. Ну, погоди. Дальше пошли графти паки, но в целом на этом все. Ребята, вы знаете, каждый раз, когда захожу на аккаунт Тик-Така, я применяю 1000 опыта. В этот раз не исключение, братик, не благодари. Успешно. Блин, у него сейчас гитбоксы. А может откроем один гитбоксик? Чё думаете? А давайте-ка подарю вот эту пару перчаточек. Просто так солью за 0.3. Обалдеть, на 5к стоит. Я солью за 0.3. И чтобы ее получить совершенно бесплатно, братанчик, прямо сейчас переходи в мой телеграм и подписывайся в него. Ссылочка в описании. И обязательно подпишись на мой YouTube канал. Также прожми лайкосик и напиши любой хороший комментарий. Ну что же, ребятки, с вами был ваш Кент АПК. Всем хорошего настроения, добра, позитива. Обязательно подпишись на мой ютубчик, на мой телеграмчик, на мой инстаграмчик. С вами был ваш Кентуха. Всем удачи, всем пока-пока.